Так, ну что, ребят, снова говорит и показывает телеканал «Трофей». Только что вот с главной сцены прозвучали слова финиша, в небо взлетела красная ракета. А также в небе сейчас кружит вот этот вот наш геликоптер. Ну что, друзья, добавляйтесь, давайте. Ну а мы будем сейчас вам показывать, что творится уже на причале. Так, добавляйтесь, как и обещали. 15:00, только что взлетела красная ракета и прозвучали слова со сцены «Финиш». Они уже прозвучали, поэтому, друзья мои, финиш дан, финиш состоялся. Вот Александр Шевченко уже поднимается потихонечку наверх. Так, отлично, сердечки, лайки, все любим, класс, давайте. Главный судья идет. Уважаемые спортсмены, дорогие зрители, буквально через несколько минут мы начинаем процедуру взвешивания. И уверяю вас, что сегодня будут сюрпризы, и мы узнаем, конечно же, о тех экипажах, которые сегодня достигли определенных целей и привезли рыбу. У нас было достаточно большое количество досрочных взвешиваний. О них я буду вам рассказывать в порядке. Генеральный партнер УФЛ, мужний бренд «Козацька Рада», украинский характер. Мужний бренд «Козацька Рада» вітає вас відкриттям турніру УФЛ 2018. Партнер УФЛ 2018, товариство з обмеженою відповідальністю УМС «Марін», торгова марка «Тюна». Головний приз сезону УФЛ 2018 року є риболовний човен УМС «Тюна» 500 ТТ з лафетом. Я уверен, що це прекраснейший подарок, и о нем может мечтать любой спортсмен, любой экипаж. Но мы посмотрим это в конце сезона. Сейчас нужно делать дела большие сегодняшних дней. Поэтому буквально через несколько минут Александр Шевченко даст мне команду открывать и приглашать первый экипаж на процедуру взвешивания. Собственно, вот зрители уже стоят. Зрители стоят. Вот. Семьями, с детьми. Вот. Вот тоже тут зрители. И Вовка зрители, мы тут все. Да, и вот ждем. Это я показываю специально, ребят, для тех, кто говорил, что УФЛ почему-то закрытые соревнования. Открытые. Стопудов. Приезжайте, если есть бензин там или газ в машине. Приезжаете и смотрите, отдыхаете вместе. Мы вас ждем все. Да, вот. Это правда. Классно. Так, ну что, вот уже буквально скоро. Суханов Володимир, я серцем и душею с вами. Дякуємо. Мы також с вами. Так що вже коли будете знати, що десь щось буде відбуватися у рамках УФЛ, або ми будемо давати анонси, де ми будемо, що ми будемо знімати, які змагання. Так що, будь ласка, якщо є така можливість, то приїжджайте і разом побудемо, і також разом ви побачите з нами, як що відбувається. Так, і ще от організатори йдуть, Валерій Бацула теж так от уверенно чешет, і це хорошо, поки не здаємо, то, що він мені зараз показав. Это тоже сюрприз. Валер, все хорошо? Да, все с рыбой. Я думаю, будет интересно сейчас процедура. Все с рыбой? Ну, не все, но многие сегодня, да. И говорят, что намного лучше, чем вчера. Так понятно, ты по погоде уже вот все говорят. Некоторые говорят наоборот. А, ладно, снова что-то себя выгораживают. Интересно, Асмак опять закроется бомбовыми судаками? Уважаемые спортсмены, мы начинаем процедуру взвешивания. Взвешиванием приглашается экипаж Measurecraft ZX, Поляков Владимир, Зубков Антон. Не забывайте, что на взвешивание вы должны взять GPS-трекеры, обязательно. Так, посмотрите, сколько людей. Посмотрите, друзья мои, сколько людей ходит, детей сколько здесь. Шлюба дорого посмотреть. Посмотрите, тут красивые девушки, мужчины. Здесь вообще атмосфера, конечно, бомбовая. Готовится экипаж Superior. Просто бомбовая атмосфера.
Так, вот освобождают, да. Да еще никто, по-моему, не бежит, девчонки, так что еще можно тогда спокойно. Ну, рассказывайте. Как для девочек? Да. Как? Очень интересно. Да, за кого болеете? За все. За самую большую рыбу. Мы хотим увидеть ее очень сильно. Да вы что, вот эти все дни вы тут, потому что хотите увидеть рыбу? Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Так, давайте знакомиться. Как вас зовут? Вера. Вера, а вас? Наталья. Отлично, меня Леша, привет. Ну, привет. И вы откуда прибыли? Из Киева. Да. Это я почему спрашиваю? Потому что еще раз я доказываю то, что у нас абсолютно в УФЛ открытое соревнование. Нам просто такую закидуху сделали, знаете, такую, типа там, хотели нам такой поддых сделать, удар, типа УФЛ закрытое соревнование. А мы говорим, фигушки, ничего, не все открыты, кто захотел, тот приехал. Да, болельщицы. Да, так что вот, вот видите, стоит приезжать. Ну а спасибо, еще, да, еще встретимся. Ну а у нас сейчас первая буквально вот команда уже идет. Первая команда идет, так что не скупиться. Сейчас будут люди на аплодисменты, я думаю. Макар, вперед! Ой, сердечки летят. Супер! Сердечки летят, лайки летят. Так, вот они. Рыбка есть, рыбку что-то несут. Привет, парни. Парни, привет. На площадке экипаж Мажоркрафт Z3, Поляков Владимир, Зубков, Антон. И мы видим, что они с рыбой. Итак, сейчас мы узнаем, что же там. Там окунь. А там окунь. Кстати, это первый окунь, если мне не изменяет память, на первом этапе УФЛ. Тоже неплохо. Ждем Big Fish огромнейшую. Всем приятного просмотра и позитива. Спасибо, Михаил Костюк. Класс. Великий привет с Мадриду. Мадрид, класс. Нас и в Мадриде дивятся. Супер. Окунь демонстрирует вес 270 грамм. Вот такой вот в окунь. Уважаемые спортсмены, после того, как вы сделали фотографию с рыбой на сцене, большая просьба с фотографом подходить к нашему бренд-волу и делать там фотографию. Это касается всех спортсменов, которые будут сейчас выходить на взвешивание. Держу кулаки за Гирича и Макагона. Да, окунь, ничего жуть, да. АМК. Тем временем в взвешивание приглашается экипаж Superior, Шар Юрий, Трен Бараман. Вот. Вот такие вот фанаты у команды. Одиссей, не трогай солнце руками, аккуратненько. Солнце не трогай. Да и вообще, вот смотрите, люди здесь. Привет. Вот тоже это просто вот люди, которые приехали поболеть. Шар Юрий, Трен Бараман. К сожалению, им не удалось сегодня добыть свою рыбу, но это не повод расстраиваться. Я думаю, что вы еще свое возьмете. А мы же приглашаем взвешивание экипаж Литвиненко-Смайловский. Литвиненко Вадим, Смайловский Андрей. Готовится экипаж Днепр Трофи. Вот тут пишут, кто за Земекс, Земекс, мы верим в Земекс. Отлично, Петр Шиблескун, дайте Big Fish. Ну и Земекс, тут пишут Земекс и ходит Земекс. Короче, тут, вот смотрите, как парни обнимаются. А все почему? Потому что, ну это, да, но потому что хорошая атмосфера, добрая. На берегу смута, все удивлены результатами UFM-а Антона Гунько. Все сидят, потеют теперь. Все они уже сдали, получается, сколько? 6, 4, 2, 12 километров. Да, да. Вот. Короче, ничего не понятно. Ничего не понятно. Так что не переключайтесь обязательно. Все да, конечно. Ну, а вот еще один тоже из фанатов из команды Одиссей. Самый маленький Одиссей. Интеч уже. Так. Так, смотрим, вон и ребята идут, и зрителя много. Да, это же хорошо.
Да, вот тут уже зрители даже уже смотрят и уже сразу говорят, что это. Якусь там щучку уже несут. Левашов сегодня с рыбой. Это вопрос или это ответ? Или это утверждение? Или это утверждение? Я не знаю, Левашов сегодня с рыбой или без. У площадки экипаж Литвиненко-Смайловский. Литвиненко-Вадим-Смайловский Андрей. И мы видим, что они с рыбой. Сейчас мы посмотрим на их результат сегодняшнего дня. Ой, щучка. Одна щука. Одна зачетная щука. Красивая. Которая сейчас отправляется на весы. И вот, собственно говоря, сейчас ее и взвесят. Всем привет, Владимир Перминов. Налегке идут, но вы знаете, с такой погодной... Это хорошо даже идут. Щука демонстрирует вес 1 килограмм 490 грамм. Вот, аплодисменты. Молодцы, хорошая поддержка. Так. Пожалуйста, фотография и фотография у Брендвола. Взвешивание приглашается экипаж Днепр-Трофи. Романчук Александр, Трубчанинов Анатолий. Готовится экипаж АМК. Ну, кто-то попросит тачку, чтобы привезти рыбу на взвешивание, спрашивает наш зритель Игорь Пакин, или Пакин, извините. Ну уж не знаю, кто попросит, кто не попросит. Ну, прям вот, может, маленькую какую-то есть. Может расстроенного напарника. Может, да, да, на лафете. Да, может, кто-то воздухом надышался очень сильно. Да, но смотрите, несут. Есть. Что-то звук есть. Днепр-Трофи. Днепр-Трофи с трофеем. У бассейна экипаж Днепр-Трофи. Романчук Александр, Трубчанинов Анатолий. И мы видим, что они хорошо. Тоже с одной зачетной щукой. Александр Шевченко подсказывает мне, что щука допущена к взвешиванию, потому что демонстрирует невероятную живучесть. Ну теперь все внимание на весы.
большая просьба не задерживать своих коллег, друзей, потому что процедура достаточно длительная, как процесс, а когда кто-то опаздывает Нет? или не слышит нас, идут. Очень плохо получается. Да, атмосферка тут у нас еще та. Ну и, конечно, все на нерве, поэтому если кто-то что-то не услышал, ну уж бывает, простите, а вот ребята идут. Бонфиш сегодня были на... Они были досрочники, но, похоже... Уважаемые друзья, еще одно напоминание, что выход из лодки разрешен только после того, как я вас приглашаю на взвешивание. За выход предусмотрены штрафные санкции, поэтому будьте внимательны. И когда я говорю, что экипаж готовится, это означает, что экипаж готовит рыбу и только по моему приглашению выходит с лодки. Итак, у бассейна экипаж Bonefish, Моисеенко Владимир, Прудич Андрей. Вы не думайте, что они с пустым листом, потому что они сегодня были с двумя досрочными взвешениями. И внимание! Одно взвешивание было с весом 1 килограмм 375 грамм. А второе, друзья, Big Fish пока что первого этапа. Это щука весом 6 килограмм 295 грамм. Пока что их результат первый, но посмотрим. Там сидят такие монстры, которые наверняка заготовили в своих рундуках. Монстров не меньше своих. Спасибо экипажу. Итак, мы приглашаем на взвешивание экипаж ОФМ. Левушов вот. Юрий, Кузьмин, Игорь. Готовим статистиков Гапоненко. Вот пока что именно у этих парней Big Fish. Вот пока. Сейчас по одному. Стоп. Внимание. Так, идет. И таки да, по-моему, с пустым. И похоже таки сумка пуста. Но все равно у ребят на лицах улыбка. На площадке экипаж ОФМ Левашов Юрий, Кузьмин, Игорь. И, к сожалению, спортсменам не удалось уговорить водных обитателей. И они приходят с пустым рундуком. Но ничего страшного, я думаю, что в следующий раз обязательно они найдут свое счастье на других акваториях или здесь, возможно, в следующем году. Посмотрим. Тем временем я приглашаю на взвешивание экипаж Пищиков Гапоненко. Пищиков Игорь, Гапоненко Ирина. Готовится экипаж Фанатик Гербал Парк. Хорошо поставили, поэтому болеем за вашу номинацию. Хотели больше? Давайте. Ребят, а ну признавайте, сейчас в прямом эфире мы... Кто рванул то вот... Вот. Но у нас было на тренировке еще больше рыбы. Ну, сейчас все будут говорить, что на тренировке мы уже слышали, мы там десятки смыкали. Нет, у нас есть подтверждение. Нечестно. Хорошо, ребят, ну, будем ждать. Да. Будем ждать, когда все уже взвесятся. Вот красивая команда еще идет, ребят, у нас. Вот. Друзья, приветствуем экипаж Пищиков Гапоненко. Пищиков Игорь, Гапоненко, Ирина. Идут за руки. Хорошо, что это не мужики, которые идут за руки, да? А, вот. Такая замечательная пара, дуэт. Который, кстати, не с нулем, а добыли свою рыбу. И сейчас мы увидим на взвешивании одну зачетную щуку. Щука демонстрирует вес 1 килограмм 695, прошу прощения, 1 килограмм 165 грамм.
Поприветствуем этот экипаж. Молодцы. Красивая щучка, покажите ее ближе. Вот она, красавица. А мы приглашаем вешивание экипаж «Фанатик» Гербал Парк. Блескун Сергей, Петрош Юрий. Вот. Готовится экипаж Wild Pike. Хотели Петроша. Сейчас будет вам Петрош. Петрош и Блескун. А Жужик наш жужжит. Это, конечно, все красивое вы увидите буквально уже в отчетах. Сегодня, кстати, в 21 или в 21.10 на телеканале «Трофеи» будут, или в Ютубе будут, в Ютубе будут на странице Ютуба, на странице «Трофея» в Ютубе будут, конечно же, большие версии. Но, опять же таки, можно просматривать все наши стримы, которые были в предыдущих днях, и сегодня утром, и на досрочных взвешиваниях. На площадке приближается экипаж «Фанатик» Гербал Парк. Блескун Сергей, Петров, Юрий. Они были на досрочном взвешивании. И в зачете у них рыба весом 1 килограмм 225 грамм. Но, друзья, это еще не все. Дело в том, что они сегодня были еще с одной рыбой, которая, к сожалению, не пошла в зачет, так как была забагрена. И это, внимание, друзья, щука весом 8 килограмм 460 грамм. Красавица, я вам скажу. Очень красивая рыба, которая отправила свою родную стихию. И ждать Юру и Сережу до следующего раза. Поприветствуем экипаж «Фанатик» Гербал Парк аплодисментами. Тем временем я приглашаю на процедуру взвешивания экипаж Wild Pike. Афаначенко Игорь, Афаначенко Елена. Готовится экипаж «Одиссей». Александр Адеев, пустые, нет, не пустые, они были с досрочной рыбой, ну а сейчас вот так, вот так. Что ж, друзья мои, это спорт, ну, все в одинаковых условиях, но при этом видим и понимаем, что вот, ну, что-то, видно, пошло не так. Не по той дорожной карте, которая, собственно говоря, была, которая была запланирована до дней первого и второго дня первого тура. Так, ну что, еще вот видим еще одна, скажем так, смешанная команда, где мужчина и женщина. Вот они идут, улыбаются, настроение хорошее, и что-то таки несут. Не с пустой сумкой идут, а это уже интересно и хорошо. Будем смотреть, что же это. Поздравляем даже с этим. Экипаж Wild Pike, Афаначенко Игорь, Афаначенко Елена. И мы видим, что сумочка, да, с боками. И увидим, что в ней. И красивая, мне кажется. И не одна. Разобрали из посудаков два зачетных, красивых, толстых и икряных судака. Да. Очень красивая рыба. Либо это мальчики, которые много ели после шести. Посмотрим. Но красивая рыбка. Сейчас посмотрим ее на взвешение. Результат. Так. Сейчас на Big Fish выберут судачка пожирней, такого покрасивше. Big Fish экипажа судак весом 1 килограмм 355 грамм. Суммарный вес сейчас мы узнаем.
Общий вес 2 килограмма 475 грамм. Молодцы. Так, сейчас вот будут фото с рыбкой. И, конечно, мы эту рыбку вам покажем. Боже, какие красавчики. Я приглашаю известного ее экипаж «Одиссей» Вениченко Геннадий Байталов Сергей. Готовится экипаж МК «Разделили». Словили, все-таки словили. Красивые какие. Да что ж такое, красивые. Пишут Игорь и Лена, молодцы. Конечно, молодцы. Одиссей идет. Слышали экипаж Одиссей. У них хорошая группа поддержки. Винищенко Геннадий, Байталоха Сергей. Как-то никак не хочет переворачиваться. Две зачетные и, к сожалению, одна щука не допускается Александром Шевченко к взвешиванию. Такое бывает, поэтому... Я думаю, что это, конечно, досадно, но ничего критического нет. И сейчас мы увидим вес экипажа на весах. У нас пчелы, да. Одна большая летает. Так, сейчас будем смотреть Big Fish. Из-за мухи ничего не слышно, но... Щука демонстрирует вес 5 килограмм 110 грамм. Отличный трофей. Поприветствуем экипаж. Сейчас мы увидим общий вес.
На площадке экипаж M-Cars Delivery. Шульга, Дмитрий, Бурдюк, Владимир. Увы и ах, но сегодня они не нашли свою рыбу. Ничего страшного. Продолжаем. И на взвешивание мы приглашаем экипаж Фиш-Фиш. Бунчук, Никита, Дышук, Иван. Готовится экипаж Flag System. Так, сейчас будет Фиш-Фиш. Тут вот господин Белявский просил, чтобы привет передать. Сейчас передадим. Фиш-Фиш. Вам уже тут приветы передают некий Белявский. Уверенный, быстрый. Белявскому привет, Фишеченскому. Вот. Экипаж Фиш-Фиш. Наши парни. Так, новички, да? Они в прошлом году осенью принимали участие в отборочном этапе. Прошли и сегодня. Ой, видимо, 4. Пошли ва-банк и нашли свою рыбу. 4 зачетных. 4 зачетные рыбы. Молодцы, реабилитированы. Вчера было немножечко похуже. В раза так 4, но сегодня уже об этом улучшились. Уже об этом говорили. Забагрена, то есть она была. Она не клюнулась в себе, она не прижала, то есть вот она была взята, она боком была взята, собственно говоря, а это не в зачет идет. Об этом уже говорили, и сегодня, собственно говоря, несколько раз уже Александр Шевченко, главный судья, об этом говорил, поэтому ребята пришли с этой рыбой, принесли ее. Мы ее взвесили, посмотрели, действительно, что она так, ну, красивая, что ли, ну, полюбовались ей и отпустили, но она была не в зачете. 1 килограмм 545 грамм. И сейчас мы узнаем общий вес. Наторбили. Общий вес экипажа 4 килограмма 460 грамм. Поприветствуем их. Аплодисменты. И сейчас я думаю, что мы увидим их счастливые лица на фотографии. Точнее, фотографию мы увидим несколько позже. А воочию можете лицезреть их прямо сейчас. Улыбаются. Счастливо. Нашли свою рыбу. Так держать. Ну, а я же приглашаю на взвешивание экипаж Flag System. Антонов Сергей, Гладченко Владимир. А готовится экипаж Вюрт-Промвитер. Дорогие зрители, давайте поддерживать всех участников, когда они здесь появляются. Хлопаем, улыбаемся. Да, не за что. Потому что Никита Туловский, да, не за что. Поддержку. С дебютом, ребят. Никита Туловский, как Юрчику обидно. Ну... Не, ну как, еще раз говорим, что Петрош поймал. Ребята взяли очень большую, хорошую рыбу, но она по правилам просто не допускается. То есть то, что она была взята, то, что, ну как бы, в спорте это не допускается. А вообще, конечно, это улов, почему бы нет. Поэтому по правилам, конечно, нет, но с другой стороны, эту рыбу все видели, мы снимали. Если посмотрите предыдущие, вот сегодняшние выходы наши в эфир... Вы обязательно ее увидите. Она очень красивая, эта рыба была. Приближается к площадке. Это Flag System. Антонов Сергей, Гладченко Владимир. Ничего страшного. В следующий раз обязательно будем вас встречать здесь с трофеями. Такое бывает. Это спорт. Это рыбная ловля. Итак, тем временем я приглашаю на взвешивание экипаж Wurth from Vitek. Попов Василий, Гедзюк Константин. Готовится экипаж Тюна Сузуки Марин. Жаль, с вами на выставке не сфоткался. Блин, вы как раз снимали. Никита, ну будут еще выставки.
сфоткаемся. Увидимся, сфоткаемся. Это не страшно. Это не страшно. Вот, кстати, рядышком вот и Левашов, то, что вы писали, ребята, вот сразу говорю, старик, болели, люди писали, люди ждали. Пошли ва-банк, и не получилось. Ну, это спорт. Нет, все нормально, настроение хорошее, в следующий раз будет лучше. Площадки приближаются экипаж Верстова ВТЭК, Попов Василий, Герзин, Константин. И они идут не с пустыми руками. И мы видим, что они с рыбой. Не густо, но и не пусто. Угу. О. Красавец. Две щуки окунь. Ага. Один пузатый окунь и две его сестрички щуки. Если можно взвесить окуня, окуня нужно взвесить отдельно. Вот подсказывает мне Шевченко Александр. Попробуем. Если, конечно, весы такого монстра смогут увидеть. Забирайте всю рыбу, друзья, и на весы. Класс, лайки летят. Это классно. Ну, друзья мои, не стесняйтесь, лайкайте. Здесь всем приятно, особенно когда будут просматривать команды, которые выходят. Увидят, что вы это делали. Знаете, как ребятам приятно? Вот. Вот это уже другое дело. Вот другое дело. Вот молодцы. Не забывайте про это. Ребятам это приятно. Сейчас узнаем вес кабанчика. Вот. Молодцы. Вес кабанчика 715 грамм. Вот это окунь. Не каждый день такого. Вот и это окунь. Красивый. А на соревнования с берега это зона. Это победа в зоне. Иногда бывает. Леха не молчит. Я не молчу. Просто если я буду говорить, здесь будет, знаете, какая чехарда. Все-таки у нас есть Кирилл, он тоже он должен оглашать, объявлять, и тем более у него микрофон. Как я могу перебить его хлеб? Крупнейшая рыба экипажа, щука весом 1 килограмм 135 грамм. И сейчас узнаем общий вес. Так, ну сейчас будем узнавать общий вес и уже видим, ох, какая бойкая рыбища. Класс. Общий вес 2 килограмма 705 грамм. Вот так, да. И аплодисменты. И аплодисменты. Правильный окунь пишут. Конечно, правильный окунь. Когда ждать общих результатов? Общих результатов сегодня вечером на награждении. Об этом мы скажем вам чуть попозже. Сейчас молодцы. Процедура пройдет. Мы приглашаем на взвешивание экипаж Тюна Сузуки Марин. Горзенков Дмитрий и Мельник Андрей. И тащут вдвоем что-то. Обладателем Кубка ОФЛ сезона 2017. Да, давайте, давайте, лайкайте, ребятки, лайкайте. Лайки прямому эфиру за что делаете все время проведения веселее, а то смотреть вообще нечего. Ребят, спасибо, это кто написал, Никита Туловский. Никита, спасибо вам огромное за поддержку, все для вас. Вот это. Смотри, молодцы какие. Они это сделали, и я вижу, что там через прозрачную... прозрачную сумку видите, что-то очень большое. Ого! Да, это дуэт Мельник-Корзенков. Ого-го! Ребята, вот это да! 5 зачетных рыб, и сейчас мы узнаем их удельный вес. Посмотрите, какие красавцы. Тут уже пишут, Корзенков, давай. Ну, за вас, ребят, тут болели столько. Красивые какие.
Да, вот, вот он. Давай. Тем временем готовится экипаж Алкион. Так, сейчас будет... Это мы спросим, зачем им третий катер Дуна? Полками таких щук с таким пузом называют помпушка или галушка. Крупная, пузатая. Сейчас узнаем. Итак, Биг Фиш экипажа щука весом 4 килограмма 260 грамм. Ну, не перебит пока. Не перебили, но отыгрывают. Да, отыгрывают сейчас они. Общий вес. Общий вес сейчас посмотрим. Общий вес будет достаточно приличный. Неплохой, да. Нет слов. Корзенков красавчик пишут. Нет. Хорошая была только что коммент с пакетом, да. Общий вес экипажа Тюна Сузуки Марин 14 килограмм 10 грамм. Вау! 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 Спорт рыболовный. Вот это хорошо. Да, подсказывает мне Наташа, что по-видимому вчера они разозлились не на шутку. И пошли копать грязки. Вот, ребятки, вот. Вот они ваши. Вот, смотрите. Вот эти парни, лайки летят. Да. Красавцы. Правильно, не передерживать. Приглашаю на процедуру взвешивания экипаж Алкион. Кононенко, Олег, Петренко, Владимир. Готовится Айфиш. Вот так вот. Вчера, могу сказать, вот по секрету общались мы с этими ребятами. Так они настроились. Было видно по настрою. Ну, красивые, во всяком случае, экземпляры очень красивые. Так. Ха, чемпионы ж мира, это вам не это, пишут. В тройку могут попасть. Вот. Хороший комментарий. Еще раз. Это чемпионы всего на свете, а не только чемпионы мира. Ну да. Сегодня все получилось. Все сработало. То, что хотели, или... Правда... 5 зачетных только 5 рыб было, или было больше? Были еще поклевки, но, к сожалению, не реализованы. И больше рыб не было. Больше рыб не было. То есть не приходилось выпускать? Нет. Самую маленькую. Я вас поздравляю. Спасибо. 3 часа был ноль. 3 часа были с нулем. 4 часа были с нулем. Выдержали, собрались, выдержали. Ребят, ну вот эти эмоции, эти лица. Господа, ничем не сравнишь. Видели там на горизонте? Передавайте привет. Еда. Несу, да, видно. Да? Несут. Привет всем, кто за нас болел. Да, болели тут немало людей. Посмотрим, что несет экипаж Альгион. Иногда это может быть и радостная форель. Семга. Посмотрим. На так, у Петроша. Альфион, Кононенко, Олег, Петренко, Владимир. И, судя по всему, там монстр. Форель. Да, главное правильно делать ударение. Не форель, а форель. Так, и там зубастая, да? Сейчас посмотрим. Зачетная. Ах, ух ты! Там не щука, там дельфин. Летающий причем. Летающий. Флайфиш. Петрош не с нулем. Петрош был на досрочном взвешивании, и все-таки там есть результат. Просто он небольшой, мягко говоря. Поэтому, друзья мои, с нулями тут такое. Бойкая щука экипажа Алкион показывает вес 630 грамм. Молодцы!
аплодисменты. Тоже молодцы. Хороший кадр, был Сачук. Мужики, теперь надо сделать фотографию на память. Ну что, Володь? Таким трофеем. Я чуть-чуть ближе надо подойти. Зато он и чемпион, да. Как говорится. И поцеловать ее. Три часа быть без единой. Я приглашаю на взвешивание экипаж Айкиш. Романий Сергей, Лисица Алексей. Закрыться пятью крупными щуками весом 14 с лишним. А готовится экипаж УФМ Тим. Да. Что это мои ученики, которых я тренировал долгие-долгие годы. Они сегодня показали уже очень-очень серьезный результат. Внимание! Три досрочных взвешивания было у этого экипажа. Первый. 1 килограмм 925 грамм. Второе взвешивание. Щука весом 5 килограмм 720 грамм. И третье взвешивание. Щука весом 4 килограмма 755 грамм. Итого 12400 только на досрочке. И есть зачетная рыба. И будет интересно, позволит ли эта рыба им обойти экипаж Мельник-Корзенков, которые сегодня продемонстрировали вес 14100, если мне не изменяет память.
а память мне не изменяет. Да, 14-10 у них вес. Нет, не обходят они экипаж, о котором я только что говорил, потому что эта щука дает 695 грамм в их копилку. Итого 13 с лишним килограмм удалось им сегодня наковырять. Молодцы. Я приглашаю взвешивание экипаж Fishmaster Lawrence, Казимка, Максим, Маркьянов, Артем. Готовится экипаж Фаворит. Так, а экипажи на берегу. Александр, что несут? Сейчас посмотрим. Остается все меньше и меньше. Конечно же, ребят, потому что уже большая половина была на взвешивании. Любит эту рыбу, ага. Но, по-видимому, еще рановато. И места несколько другие нужны. Так, видим, что не с пустыми руками. Ребята топают не с пустыми руками. Так. Да что ж такое, что ж вот эта вот Вовкина кепка не дает некоторым покоя. Нам приближается экипаж Fishmaster. Макс, улыбайся. Максим, Мартьянов, Артем, поприветствуем их. Самый яркий экипаж. И лодка яркая, и парни яркие. Три зачетные щуки. Тоже гламурные. Полосатые. Лайки летят парням. Ну и на взвешивание. И сейчас на взвешивание. Так. Все внимание на рыбку. Лайки летят, это замечательно. Люди болеют, это хорошо. За наши команды это прекрасно. Не хочет, чтобы ее взвешивали. Вес рыбы 2 килограмма 165 грамм. Поприветствуем экипаж, который сегодня делал, старался все возможное для того, чтобы привести эту рыбу на взвешивание. Общий вес. Сейчас мы узнаем, сколько ж общего сейчас будет. И лайки летят. Просто супер. Давайте побольше. Потом ребята будут просматривать. Знаете, как им приятно будет это все видеть. Спасибо и вам, Вячеслав Подымский, за теплые слова. Спасибо. Общий вес 3 килограмма 575 грамм. Вот, теперь фото. Фото на память. Так, 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 держите, держите. Вот рыбка, спасибо. Так вытягивать руки вперед может только Артем и Максим. Чтобы рыба... Парни, сердце ёкает по результатам.
надеялись, что приглашаем не поймают. Взвешивание экипаж фаворит. Да, Лисовский, Павел, настроение как? Федор. Огонь. Готовится, да. Экипаж. Все равно варяги. Это только первый получается. Этап. Да, ничего. Все впереди. Все впереди. Еще свое. Орлов был. Нет, еще пока Орлова вроде не было. Сейчас, вот сейчас, да. Просили кадры. Вот смотрите. Если что-то увидите. Кстати, кто вчера смотрел презентацию второй серии фильма от телеканала «Трофей», который был презентован в банкетном зале. Не секрет, что этот экипаж самый веселый экипаж. Да! На ОФЛ. Для тех, кто в теме. Ну и рыбы сегодня надупасили. Кстати, скажу вам правду. Две зачетные рыбы, а их-то и не две, потому что у нас была досрочка, досрочное взвешивание, и это была щука весом 2 килограмма, 220 грамм. Поэтому сейчас мы, думаю, узнаем общий вес приличной помпушки и щуки немного поменьше. Никита Туловский просто ошарет, Лисовский! Так, ну и сейчас Big Fish, ну хороша, красивая. Красивая, просто с замиранием сердца сейчас будут. Ребята, конечно, ждать результат. Big Fish весом 5 килограмм 265 грамм. Отлично! Это, конечно, не Big Fish турнира, но такая рыба всегда дает уверенность в своих силах. И уверенность в том, что ты делаешь что-то правильно. Я так понимаю, что автор щуки Паша, да? Нет, автор щуки Кайтек Патимиба. То, что сказал Паша мне только что на ушко, я говорить вслух не буду на правах рекламы. Но будьте уверены, что он сказал именно то, что хотел услышать. Общий вес 5 килограмм 965 плюс досрочное взвешивание 2 килограмма 220, что в итоге дает экипажу порядка 8 килограмм. Молодцы! Красавчики, посмотрите какие! Посмотрите какие! Великолепно. Знаете, друзья, красивая я смотрю рыба. Сейчас на все происходящее и думаю, как же все-таки хорошо, что есть современные технологии. Леша в прямом эфире снимает, что происходит на сцене. Люди сидят дома на диванах, пьют пиво там или что-то другое и смотрят, что здесь происходит. А представляете, 10 лет назад дядя Саша, итальянец, на резиновой лодке выходит где-то на соревнования. Люди только через 3 дня узнают, что там были соревнования, и дядя Саша финишировал. Почему? Потому что пока догребешь, пока сядешь в машину, пока приедешь, пока всем расскажешь, интернета не было. А вот и дядя Саша, итальянец, знаменитый. Рыболовный спорт, давайте дяде Саше отдельные аплодисменты. Привет. Эти аплодисменты были вам. Мы приглашаем взвешивание экипаж «Варяги». Тостокорый Алексей и ваш Руслан. Готовится экипаж «Тюна» Лоуренс Интек. И «Варяги» тоже такие парни несут вдвоем. Тянут сумку, тянут. Руслан, улыбнись, я прошу, не ради меня. Вот они, красавцы. Кстати, вчера самые первые, кто досрочку привозил и обнадежил всех. Именно этот экипаж, что да. Рыба таки есть. И она ловится. Парни скандинавской статуры явно принесли рыбу северных морей. Ох да. Ты! Там все хорошо. Там 5 щук. И сейчас мы узнаем, смогут ли они сегодня. И лайки полетели. Ребята, давайте. Давайте лайкайте. Залайкайте вообще вот витязей. Посмотрим. Но заявка очень серьезная.
залайкайте, пацаны потом будут смотреть, им будет ой как приятно. И сейчас будем, конечно же, ожидать их результат Big Fish. И будем ждать их общий результат. Ну, видите, довольно-таки прилично там. Довольно-таки там хорошо. Там полтавская помпушка или галушка. Хотя сами ребята из города Херсон. Да. Так, сейчас Big Fish. Все в ожидании. Ох, красавело. Ну, какое. Посмотрим. У нас пока что Big Fish это 6 с лишним. Ну, сейчас все с замиранием сердца прям замирание происходит. Замирание сердца, да, действительно. Будет ли у нас сейчас сенсация? 6,330! 6 килограмм, 330 грамм! Это! И, Наташа, скажи, пожалуйста, оно ли это о чем-то? Ой, у меня аж мурашки по телу сейчас идут. Это оно? Это Big Fish пока! Варяги, это Big Fish, поздравляем вас! Вот на данный момент у варягов Big Fish! Вот на данный момент эти парни претендуют на сертификат от телеканала «Трофей», на интервью. И общий вес, внимания. Тоже рекорд сегодняшнего дня. 15 килограмм, 305 грамм. Да вы что? Ай, молодцы. Вот они. Ай, молодчаги. Представители Херсонской школы спиннинга с лодки. Вау. Варяги. Красавцы. Красавцы. Просто красавцы. Но не забывайте, что у нас впереди еще 6 экипажей, которые могут в своих аэраторах хранить тоже тяжелую артиллерию. Ух! Ух просто! Если вы обратили внимание, дорогие зрители, мы специально с хирургической точностью заняли первое место. Взвешивание второго дня. Они мыли, вот говорили о том, что ребята могут сенсацию принести. Поговаривали. Была интрига. Ну я смотрю, что вот с каждым выходом. Ну, Леха, ну пацаны, ну вы даете. Становится все крупнее и становится все больше и больше. Я же приглашаю взвешивание экипажу на Лоуренский Лех. Кто Big Fish уманул? Орлов Юрий Никюрич, Роман. Ты красава! Сейчас фото. Руки ровно, спокойненько. Вот они. А мы говорили с Вовкой, что именно варяги могут очень сильно удивить. Ну раз стоять, стоять. Хирурги из Херсона. А второй Big Fish я. Ну, как будто почему бы и нет. Расскажите лучше, на что все это заброшено. Как я и говорил, три приманки. Мы выбрали три приманки. Две силиконовые, да ты лобля. Вот на них все и вчера еще. То есть, а подожди, нет, нет. Я вас поздравляю, вы очень молодцы. Да пока не интересно. Но все равно. Так, ну что, а вот и идет, спрашивали Орлов Митюрич, вот, вот, пожалуйста, идут. Приближается к площадке Тюна Лоуренс Интеш, Орлов Юрий, Митюрич Роман. И мы видим, что оживились люди вокруг. Да, и тут вот в прямом эфире тоже о вас спрашивали все время. Присутствует. Конечно, не такая, как у предыдущего экипажа, но тоже с рыбой. Тоже упирались, тоже что-то знали и привезли две зачетные щуки. Поприветствую экипаж. Ну и наша муха. И повелитель неба. Телеканала «Трофей» это Андрюха. Так, ну что, идем смотреть. Идем смотреть на взвешивание. Давайте, ой, лайки сыпятся. Зритель вас любит, ребята.
Вес рыбы 2 килограмма 20 грамм. Это Big Fish экипажа. И общий вес. Сергей Пророк, повелитель мух, да, Андрюха, повелитель мух, которые дают видео. Есть и такие. А что, Илон Маск уже Теслу запустил вон в космос, а у нас вот Андрюха муху одну запустил вокруг нас. Или у нас их тут две летало, одна другую меняла. Поэтому это УФЛ, детка. Так. Общий вес экипажа 2 килограмма 785 грамм. 2,785. Результат. Ну, идем встречать следующую команду. Ну, а варяги здесь стоят, конечно. Ух. Красавчик. Ты же у нас болел? Да. Спасибо. Да, я же вам еще тогда вот в первый день сказал. Что и... Хороший ты, Леха, парень, надо тебе всегда соревновать. Да, как талисманчик, да? Так, а вот, ребят, будете когда видеть, что мы куда-то едем и будем делать стримы, вы тоже туда же тоже регистрируйтесь и поехали. Да, вот такие пацаны, вот такие. Мы еще тогда же говорили, что... Словка, а вот что-то какая-то чуйка была, что будет какой-то вот все-таки результат, который варяги удивят. Так, Владимир Сторожек, спасибо за эфир, спасибо вам, что смотрите, спасибо, что лайкаете, спасибо, что вы вот с нами, потому что все, что мы делаем, делаем для вас, стараемся для вас, чтобы вам было комфортнее, чтобы вы могли видеть не только эфиры на телеканале Трофей, но и вот в карманной доступности взял гаджет из кармана, увидел... Прочитал, что у нас какой-то там анонс того, где мы будем, и в прямом эфире потом берете и смотрите. Вот так. Все для вас. Так. Остается у нас пятерка экипажей, которая вчера показала самые лучшие результаты. Посмотрим, что сегодня. У бассейна экипаж Интеч. Гирич Павел, Макогон Евгений. Тоже спрашивал вас и зритель. И мы видим, что в сумочке вот что-то хорошее. Или нет? Ага. Три зачетные щуки. Очень активные, живые. Сейчас мы узнаем. Три зачетные щуки. Да, они... друзья, 21 век на дворе. Конечно. Дадут килограмм, вот, пожалуйста, грамм, копилку спортсменов к вчерашнему результату. Где вы еще такое увидите, да? Где вы увидите не просто соревнования, а еще то, как это все снимается, то закулисье, которое есть. Только на телеканале Трофей и только на страницах Трофея в Фейсбуке, в Ютубе. Только у нас. А где судаки? Ой, не знаю, ребят, потом уже сами будете спрашивать. Это уже вопрос сейчас не ко мне. Ко мне сейчас другой вопрос, чтобы я показал это все красиво, честно. Чтобы у вас было хорошее настроение. Чтобы тех, кого вы просили показать, чтобы мы показали. Просили, получайте, вот. Общий вес экипажа 3 килограмма 465 грамм. Вот. Молодцы. Вот они, красавцы. Приглашаю на процедуру взвешивания экипаж Коди Фишинг Тим. Рыбинский Александр Григорович Сергей. И они идут тоже, по всей видимости, не с пустыми руками.
Что-то в сумке там хвостом бьет явно. О, а рядом сумка. Макс. Расстроился? Да, ну, понятное дело. Что не сработало? Да даже не знаю, как сказать. Было пару нюансов, не буду говорить каких. Кто помешал, что произошло. Замешали и что-то произошло? Была там история. Да? Интересно. Ну, поговорим позже тогда об этом, потому что вот этот жужик все-таки... Этот я жужик... Я собью. У меня вот грузик есть как раз, я же подготовил, он меня уже задолбал просто. Или он двоим у темы. А они-то в чем виноваты? А, или это были они? Нет. Они мне просто не нравятся что-то. Что-то они мне не нравятся. Это они неприятные мне. Да. Ну, друзья мои, вы же понимаете, что это все юмор, это все шутки. Да, потому что здесь атмосфера хорошая. Вот, парни. Молодые. Молодая команда. Перед нами экипаж Коди Фишинг Тим. Рыбинский Александр Григорович Сергей. И мы видим, что у них сумочка-то тяжелая. Алексей Филь, зараз. Три зачетные щуки. Так, идут до варягов, пока там будут. Да, Алексей Филь. Буквально через так. Минуту мы узнаем. Зараз, варяги. Только вам попросили передать привет. Вот. Алексей Филь, передай варягам привет, плиз. Леха, все нормально. Леха, ты лучше. Кстати, готовимся к экипажу Ричард. Зашли туда, куда надо. Спасибо тебе, Леха. Байратор. Поэтому вот просили, мы сделали. Спасибо. Так, ну а здесь мы сейчас будем наблюдать процедуру взвешивания. Так, Михаил Костюк пишет. Так, я уже свиной здесь подавился. Крупнейшая рыба экипажа. Щука весом 2 килограмма 720 грамм. Ну, вторая рыба, я думаю, ничем не меньше. Поэтому сейчас будет... Неплохой суммарный вес. Алексей Фильм, да не за что, Леш. Так, Михаил Костюк. Я уже слюной здесь подавился от желания порвать. Ну, Михаил, конечно, я думаю, что там 18+, или 21+. Мы выберемся на такую рыбалку, где можно будет... 7 килограмм 430 грамм! 7 килограмм 430 грамм! Вот! Хороший тоже результат у парней. Давайте, засыпайте лайками и этих ребят. Спасибо, вот. Приглашаем взвешивание экипаж Ричард, Личун Владимир. Мацуев Андрей, это у нас уже тройка пошла вчерашних лидеров. А призы будут, Игорь Солодков? Что касательно призов? И да, надеюсь, конечно, будут. Эта тройка сейчас нас будет удивлять. Вот лучше знает Макс. Вот приз главный. Фаворитами твой. Был экипаж Zemex в составе Новгородского Игоря и Жибовского Владимира. Посмотрим. Они будут на взвешивании последние. Да, по поводу призов, да, первые три места делят между собой призовой фонд в 100 тысяч гривен. Первое место это 50 тысяч гривен, второе место это 30 тысяч гривен, третье место 20 тысяч гривен. Ну а главный приз уже по итогам 2018 года это прекрасная тюна ТТ-500 от УМС Марин, которая здесь стоит, мы ее тоже вам покажем. Так что... Все есть. Так, ну а это у нас Ричард. Две рыбы общим весом 3 килограмма 190 грамм.
И сейчас мы увидим, что они добавили в свой актив. Угу. Три зачетных судака. Ну, тоже верно. Судаками можно делать результаты. Это вчера нам продемонстрировал экипаж «Асмак», который, кстати, сейчас готовится к выходу на эту сцену. А суммарный вес экипажа «Ричард» мы узнаем через считанные секунды. Вот и судаки ТТ «Огонь». Вот вам и агапы. Судаки. Так, ну тут вот болельщики прям уже. Вот все вот. Зэм Ксернова молодцы. Да, конечно, все ребята, вы знаете, все молодцы. Все вот, все команды, все экипажи молодцы, потому что работать и бороться с этой погодой. Ричард, судак весом 1 килограмм 375 грамм. Вот тут вот пишут... Возможно, не самый большой, но только что вот. А вот Ричарду пишут, за вас держали кулаки. Так, ну в общем, сейчас будем тоже знать результат. Так. Общий вес экипажа 4 килограмма 150 грамм. Да, это без досрочного взвешивания. Досрочное взвешивание у нас было 3 килограмма 190, что в итоге дает порядка 7 с лишним килограмм. Молодцы, разобрались. Остается два экипажа, и сейчас я приглашаю экипаж «Асмак» Тара Дмитрий и Макей Андрей, которые вчера надубасили судака. Посмотрим, чем будут удивлять сейчас. Кстати, да, я сейчас расскажу вам о том, что у экипажа была досрочка. Точнее, это было даже два досрочных прихода на базу, и один из них это, я просто не понимаю, у меня так, написан вот. Вес, поэтому я буду говорить вес. Один вес 3 килограмма 575 грамм, и второй вес 1 килограмм 375 грамм, что в совокупности дает порядка 5. И да, судаков довозят они. Лайки, сейчас лайки идут, лайки. Отпускают два судака зачетных, которые сейчас... Эти могут удивить, могут, да? В копилочку немного килограмм. Эти могут удивить тоже. Тем временем готовится последний экипаж ZEMEX. Вот ZEMEX. ZEMEX уже готовится, как вы слышали, вы спрашивали. Где они? А вот они, как вишенка на торте, будут сейчас последним экипажем, которые будут идти на взвешивание. На предварительном взвешивании у ребят была рыба весом 2 килограмма 180. Поэтому будем считать, что это Big Fish экипажа. А только что два судака продемонстрировали вес 2 килограмма 280 грамм, да плюс 5, да вот и получается 7 с лишних килограмм сегодня экипаж привез. Молодцы. Поаплодировали им, старались. А я приглашаю на сцену экипаж ZEMEX, Назовский Игорь Жуковский Владимир. Вот как вы слышите, как их, да, зовут? Заняли по итогу дня первое место с весом
чуть больше 10 килограмм. И вот сейчас будет очень интересный момент. Сегодня день очень все кардинально поменял. И те, кто вчера были в пятерке, они могли даже несколько... Ну а вот они и идут. Очень интересно сейчас будет. Очень интересно. Результат вот вес с варягами. Сейчас, наверное, вот у варягов сердечко... Сердечко просто стучит. Очень-очень сильно. Но и парни из MX тоже вот. Итак, узнаем. Привет вам с Лозовой. Скромно одной рукой, одной левой, как говорят. Поэтому, судя по всему, сегодня один судач. Но хорошенький. Судачище подсказывают мне. И это становится вестником того, что... Вот лайки полетели. Демокс, да. Немножечко опустится. Так, но так, это так. Не страшно, потому что вчерашний результат не даст им откатиться сильно далеко. Узнаем вес этого красивого, черного, донного судака. 2 килограмма 360 грамм. 2 360, хорошо. Экипаж Zemex. Я вижу, что спортсмены уже начинают поздравлять друг друга, что-то обсуждать. Я думаю, что математика в голове позволяет скалькулировать цифры и понять, на каком свете находится. Так. Вов, ну что ты можешь спасибо сказать? Спасибо большое за присутствие лидеры поменялись. Церемонии взвешивания, на процедуре взвешивания. Нагадую вам про то, что генеральный партнер ОФЛ мужний бренд «Козацька Рада», украинский характер. Мужний бренд «Козацька Рада» вітає вас відкриттям турніру ОФЛ сезону 2018. Козаки ОФЛ 2018. Що б не приготувала вам погода, ви зможете і переможете. «Козацька Рада» – український характер. Ми, звісно, партнер ОФЛ 2018, товариство з обмеженою відповідальністю УМС «Марін», торгова марка «Тюна». Головний приз сезону УЄФЛ 2018 року є риболовний човен УМС «Тюна 500ТТ» з лафетом. «Тюна 500ТТ» – човен, створений для людей, які вважають, що рибалка є сенс життя. Дивіться, що вона «Тюна 500ТТ» – це тривалий термін експлуатації без обслуговування. На наш погляд, цей човен мріє кожної людини. Друзі, спасибо большое за... То, что вы были с нами, спасибо зрителям, я думаю, вам понравилось, рыбы было много, рыба была красивая, кто-то, возможно, даже где-то выиграл ставочку, но об этом напишите потом, просто интересно. Спасибо, увидимся на церемонии закрытия и награждения победителей и призеров турнира первого этапа УФЛ сезона 2018. Вот такая вот у нас интересная штука, борьба получилась. Сейчас вот подойду, друзья мои, узнаю. Уважаемые спортсмены, которые оставляют свои лодки на воде ночевать, большая просьба сдать под охрану сторожку свои плавсредства. Так. Так. Интрига, да. Так, вот вам Zemex'и. Пишут зрители, во-первых, Zemex'ом привет. Тут за вас болело. Спасибо. Столько людей, просто спасибо, не передать. Ребята, очень приятно, да. Мы, к сожалению, не оправдали. Но интрига остается, между прочим. Так что все равно откроется, кто, как и где. Окончательно уже сегодня вечером мы уже узнаем все, да, и выдохнем этот первый тур. Но все равно вам ставят лайки и... Спасибо. Что, вас любят, всем это привет, видно. Спасибо. Так, хорошо. Так, теперь вот...
Валерий Бацула у нас здесь. Валера, сориентируй сейчас, пожалуйста, и нас, и зрителей, в котором часу... Собственно, как и вчера, так и сегодня у спортсменов задача и отловиться. Отловились, потом рыбу берем. И что? Правильно, друзья мои, отпускаем. Научились ловить, научитесь отпускать. Вот так. Спасибо зрителям. Да, Леха, спасибо. Да и вам, друзья, спасибо. Земексу привет, уже передали, уже ребята пошли к лодкам. Так, Вов, ты себе уже там представил первых, вторых, третьих? Представил или нет? Кого? Ну, кто первый, кто второй, кто вел подсчеты? Ну, понятно, понятно. Ладно, интригу все равно оставим. Конечно. Так, ну а вот рыбку повезли, повезли хорошую нашу, красивую, как и в первый день, так и во второй. Отпускать. Вчера, кстати, кто-то взял, типа, ну вот, грустно тупо пошутил, увидев там машину, типа, ага, в багажник везете. Конечно, делать больше нечего. Взрослые люди, спортсмены, достойные соперники, достойные люди, как человеки, как люди, которые ходят на двух ногах, которые чего вот брать и врать. Берем и отпускаем. Научились ловить, учимся и отпускать. Ну что, сейчас ее... будут отпускать красивую вот за моей спиной. Ну а я говорю вам, ребят, что сейчас будем выходить из эфира. Вот там сейчас за мной выпускают рыбку. Будем сейчас выходить из эфира. Встретимся уже в 19:00. Так, Юрий Ходонинский, мы тебя сегодня точно разбудим. Меня именно, ребят. Ну если, ну, в смысле того, что... Поймал, отпусти, правильно. Вот у нас вот такая вот спортивная честная борьба. Да, поймал, отпустил. Ставьте лайки, сейчас всем будет приятно. Так, поэтому, друзья мои, до 19:00 у нас перерыв. Все отдыхаем, все ждем церемонии. Сейчас приведут себя в порядок, конечно же, наши ребята, наши команды. Потому что вот неделька выдалась у всех, ух, такая аж... Не неделя, а просто марафонище в поисках рыбы, да, и потом еще ее попробуй, если даже нашел, попробуй ее взять. Поэтому, друзья мои, делаем перерыв и в 19:00 будем все на церемонии награждения. И я вас уверяю, там будет что. Алексей, благодарочка за стрим, Михаил Костюк, и вам благодарочка за то, что смотрите нас и поддерживаете. Все делаем для вас, вообще я и вся команда телеканала «Трофей», мы все делаем для вас, мы это делаем для себя, и мы делаем это для вас, как для себя, а для себя мы сделать плохо, ну, не можем, вы же сами понимаете. Поэтому все для вас, наш зритель, и что? Что, значит, в 19:00... Я вот проанонсирую только, что вы удивитесь, потому что будет еще один сюрприз, как для всех, вот для организаторов, как для УФЛ, так и для вас, зритель, вы удивитесь, что еще сегодня произойдет. Но об этом уже будем говорить в 19:00. До встречи, перерыв.